Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Денис, компания «Луглав», соответственно, одноименная команда. Как вам сегодня игра? Отличная погода, отличная поляна. В принципе, для нас лучшая игра из трех, в которых мы уже участвовали. То есть вы довольны сегодня? В целом, да. Результат будет уже ближайший. Ждите нас через неделю или через две. Тренировались во время длительных праздников? Прям команды не тренировались, но, в принципе, я знаю, что, ну, как я сам, так и некоторые участники участвовали в мини-турнирах, так скажем, на местности, посвященной 9 мая. Поэтому получается, что тренировались. Mm-hmm. Что по вашему команде нужно для победы? Командный дух, слаженность, сплоченность и другие какие-то качества, которые присущи команде. Именно команде, не просто когда каждый по отдельности, а когда мы все вместе и мы одна команда.